Программа социальной газификации продолжается в Одинцовском округе. На этот раз голубое топливо подключили семье Беловых из поселка «Летний отдых». Жители ознакомились с президентским проектом в местной газете, после чего решили узнать подробности. Как проходило подключение, они рассказали главе муниципалитета Андрею Иванову. Нам объяснили сразу, потому что я приходил в окне, брал талон, девочки все рассказали, как, что, чего, куда обращаться. Потом ездил сюда, в Голицынскую. Тут все толково тоже, да, толково все разъяснили. Причем сказали, когда приехать за договор, отзванивались, чтобы я подъехал подписать. В декабре прошлого года подписали договор, который включал в себя составление всех документов, технический план на прокладку труб, а также подключение другого оборудования. С наступлением тепла специалисты приступили к работам. 22 июня в доме Беловых появился газ. Был также составлен договор на техобслуживание на год, ну, с последующим пролонгированием на 3 года еще. И все, газ пошел. Вот. То есть сейчас, в данный момент, подключены мы. Все работает. И бойлер работает, и теплая вода есть, и плита. То есть все в работе. Кроме того, газ для семьи Беловых оказался весьма эффективным и выгодным. Затраты сократились в 6-8 раз. Программа социальной газификации в округе активно продвигается. На сегодняшний день к газу полностью подключено 82 населенных пункта из 170, сообщил Андрей Иванов. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцово».